Автопробег и митинг против роста цен на бензин пройдут сегодня в краевой столице. Общественники и активисты края будут требовать реальной цены на топливо. Автопробег начнется в 6 вечера. Колонна машин с плакатами против роста цен проедет через весь город. От Павловского тракта через Объездную до Площади Свободы. Принять участие может любой автомобилист, а в 7 часов пройдет сам митинг. Каждый может высказать свою позицию по поводу завышенных цен на топливо. Митинг добиться снижения стоимости ГСМ до реальных цен в пределах 20, там, ну понятно, там 92, 95, в районе 20 рублей. Напомним, волну негодования у россиян вызвал стремительный рост цен на топливо. За последние несколько месяцев только в Алтайском крае цена выросла минимум на 3 рубля, а на некоторых АЗС и вовсе на 5. Правда, за последние пару недель стоимость топлива стабилизировалась. Но общественники не намерены останавливаться и продолжат борьбу за реальную цену бензина и дизельного топлива. К слову, подобные мероприятия сейчас проходят по всей России.